Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость, и на этот раз новость будет связана с последствиями по налогу на прибыль при смерти должника. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда был заключен кредитный договор. Ну и впоследствии должник умер. Соответственно, возник вопрос, можно ли задолженность по этому кредитному договору признать безнадежной. Рассматривая эту ситуацию, Минфин указывает на то, что сама по себе смерть должника не влечет прекращение обязательств по кредитному договору. Ну, поскольку наследник, который будет принимать наследство, он будет нести обязанность по исполнению обязанностей наследодателя. В этой связи Минфин указывает на то, что задолженность умершего должника по кредитному договору не может быть признана безнадежной для цели главы 25 Налогового кодекса, то есть главы по налогу на прибыль. При этом Минфин не исключает, что соответствующая задолженность может быть признана безнадежной по иным основаниям, которые предусмотрены в пункте 2 статьи 266 Налогового кодекса. Таким образом, налогоплательщикам необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.